Всем привет, друзья. Так, наконец-то вернулся я с отпуска. Приехала тут. Пришли к нам Тига 4. Тига 4. Черри Тига 4. Ну вот. Задняя часть автомобиля. Что-то напоминает. Можете в комментариях написать, что напоминает. Да. В комплекте один ключик почему-то сертифицировали так. Ну-ка, бесключевой доступ тоже есть, да? Кнопочку нажать. Да, бесключевой доступ тоже есть. Так, черная кожа. Черная кожа. Оба. Ну, прикольно. Так. Приборная панель, рычаг переключения передач такой, смахивает на ваговский, Это у нас вот мягенькая часть, да, имитация под кожу. Ну, вот, кстати, да, вот этот кусочек лакшери, мягкое все. Здесь типа под карбон что-то с интересной структурой. Угу. Старт, стоп. С магнитом. Ну вот, кстати, приборная панель интересная очень. Микрофтометр. Угу. Это значит управление магнитолой. Включение, громкость. Угу. Прям большой монитор. Я не интересовался, сколько дюймов по чесноку. Фигня. Мультируль, громкая связь. Подогрев руля. Подогрев руля даже есть. Наш контроль. Менюшка, да, можно управлять. Язык можно поставить, тема какая-нибудь. Опа, белый, даже цветовую гамму можно на приборной панели поменять. Белый, синий, красный, а, три вида, да? Белый, синий, красный, ну-ка. Переключение ближнего света фар, немного панель тускнеет, и тускнеет, но нет. Ну, интересно, скажу я вам. Так, подогрев сиденья здесь. Одна зона только снизу, подогрев только снизу. Да. Заглушим. Слушайте, сиденья удобные. Сиденья удобные. Боковая поддержка. И, в принципе, посадка такая удобная довольно-таки. Так, здесь у нас подсветка. Ну, это вот на Тига 7 также включается. Здесь у нас серый глонасс. Здесь у нас подочечник. Зеркала.
без подсветки у пассажира. Да, здесь тоже зеркало есть. В козырьке солнечном такая выемка уже. Тут на Тиге сидишь. Какая посадка, посадка. Ну, как на Тига 3, наверное. Такая посадочка. Люка нету. Люка здесь нету. В целом неплохо. Место под что-нибудь. Пластик. Так, здесь у нас два USB. Розеточка 12 вольт. Климат-контроль. Такое первое знакомство. Не знаю, тест-драйва не будет, потому что их уже все раскупили. Автомобильные два к нам пришло, и два уже завтра последний вот этот продаем. Да. Ставочка такая у него. Тига. Довольно-таки интересный автомобиль. Быстро они расходятся, я думаю, он найдет своих покупателей, уже нашел. Так что вот, так, сзади пойдем присядем. И у нас на крыше уже, если по комплектации, надо будет уточнить, что это комплектация. Сзади посадочка. Так, сзади посадочка. Удобный потолок, высокий здесь. Даже больше, чем ладонь влазит. У меня рост 1,90 м. Такой подлокотник здесь есть. Ну, в принципе, и под колено места достаточно. Подогрев есть для задних пассажиров. Тоже только нижняя часть подогревается. По два режима. Подголовники. Ну, вдвоем тут комфортно будет сидеть. Втроем тоже можно уместиться, потому что я как бы сел прям. Да, втроем тоже можно уместиться. Кармашки широкие. Ручки. Обязательно сейчас уточню, какой двигатель здесь стоит и по цене. Обязательно расскажу все. Там какие вопросы. Ну, интересные, какие темы по данному автомобилю. Кстати, лобовое стекло здесь с подогревом. Рук с подогревом. Мультимедиа интересная. Подогрев всех сидений. Тим. Тига 4 тоже ждали все, кстати, Тига 4. Ручки пластиковые под матовый хром сделанные. Пойдем посмотрим багажник. Кстати, интересное решение, так же как на Тига 7. То есть чистые пороги, чистые, ну и соответственно чистая одежда. Здесь вот уплотнитель резиновый. Закрывается дверь, и все, и пороги у вас чистые. Соответственно, чистая одежда. Интересное решение. Да, и соответственно передняя дверь. Чистыми порогами. Так, переднее сиденье у нас с электрорегулировочкой. Камера заднего вида есть. Электрический замок. Да. Так, у нас здесь запаска. Ну, докатка. Докатка, домкрат, ключ. Петля транспортировочная, буксировочная, аварийный знак. Ну вот шумоизоляция, вот такой вот этот кусочек есть, и все. Желающие могут заклеить шумкой. Багажничек маловатый. Мне кажется, на Тига 3 чуть побольше, чуть пошире он будет на Тига 3. Да. Литье-то какое у него. Обалдеть.
18-е литье, 18-е исполнение интересное, кстати, рисунок интересный здесь. Интересный рисунок. 18-е литье стоит, ну смотрится отлично. Я думаю, порвет рынок. Пойдем посмотрим подкапотное пространство. Такой же, как на Тига 7, двухлитровый. Будет еще полторашка турбованная. Как на Тига 7, кстати, по-моему, пришли к нам полторашки турбовые. Надо будет тоже заснять. Да. Шумка такая. Ну, собственно говоря, все надежно по поводу двигателей, как и в предыдущих моделях. Двигателя здесь довольно-таки надежные. То есть рекомендовали себя хорошо. По металлу, по железу тоже позиции они подтянули. Поэтому по металлу у них сейчас как бы нареканий тоже нет. Практически все пластиковые обвесы полностью на крыльях стоят, пороги. Ну и обработка, когда машину на подъемнике поднимем. Наверное, уже другие будут модели. И уже не успели. То есть две пришло, две уже продали. Это завтра забирает, поэтому мы не успеем ее. Может быть, когда нам на допы приедут. Устанавливают дополнительное оборудование. Тогда, наверное, поснимаем. Про подвеску интересно, конечно, было. Вот подвеска тоже уже не как на Тига 3, не как на Тигах и Фелках. А подвеска тут подвеска. Подвеска похожая на Тигу 7. Подвеска похожа на Тигу 7. Обязательно поснимаем по поводу подвески. Тигу 7 подвеску мы снимали. Ну вот уж очень похоже. Так что такой небольшой короткий лайт. Короткий лайт обзор. Привод передний. Не знаю, дождемся полного привода, нет. В общем, вот такой небольшой обзор Тига 4. Так как и обещал, вот у нас в салоне стоит Черри Тига 7. Подъехали они у нас. 1,5-литровый двигатель. Турбовый. С турбиной. Вот турбинка у нас. Турбина здесь у нас в передней части. Естественно, интеркулер, вон его видно, стоит. Да, интеркулер. Вот они крупные, вон те патрубки пошли, большие. Вот они, да, интеркулер стоит. Полторашечка, 152 лошадиные силы. Двухлитровый атмосферный, 122. Полторашка турбовая, едет прям бодро. Прям бодро едет. Полторашка. Тут турбовая. Она с механикой шестиступенчатой. Угу. Да, комплектация не такая жирная, как двушка. То есть подогрева руля нет у нас. Подогрева передних сидений есть. Задних подогревов нет у нас. Ключика 2. Кстати, на Тига 4 ключика. Ключик 1 почему-то. Блин, вот тоже проблема, да? Если сигнализацию ставить. Да, вот здесь, значит, на этой Тиге нет вот этой лакшери вставочки. Из-за кожи. Под кожу. Здесь пластик. Угу. Сиденье тканевое. Тканевые сиденья. Да. Немного здесь руль другой. А в целом, конечно, кто хочет драйва, берите 1,5-литровое турбо. Так, это у нас стоит. Да, здесь руль маленько. Там руль маленько другой. Здесь вот для наглядности. Вид. Руля, подогрев сиденья, да. Да, здесь вариатор.
Здесь вариатор, двухлитровый автомобиль. Здесь вот это, про эту вставочку я говорю. Видите, как она добавляет чуть-чуть лакшери. Вот это большим, крупным планом постараюсь снять. Вот она, да, добавляет такой в интерьер салона. Побогаче маленько становится. Сиденье кожаное. Угу. И подогрев, соответственно. Подогрев задних сидений. Да, вот он, подогрев. Уже очень много автомобилей у нас по городу катается. Продажи идут очень хорошо. Так, я сейчас вернусь еще для сравнения. Вот этот автомобиль. Гляну, кстати. Да. Здесь нет подогрева задних сидений. Но так-то, в принципе, здесь сзади также комфортно. Да, в Тига 7 места побольше. Прям намного больше, чем в Тига 4. Очень комфортно. Чуть подлиннее, да. Ну, грубо говоря, подвеска та же. Подвеска та же, база та же. Кстати, вот в этой комплектации на Тига 7 с механикой 1,5 литра турбо нету. Ага, сцепление надо выжать, прежде чем заводить. Сцепление выжили, машинка завелась. Короче, камера заднего вида у нее есть. Да, ну, стандартная камера, как на Тигах 5. А вот 3D камеры нету. Ну, то есть кнопочки нет, только отключение антибукс, антиюз, ну, в системе стабилизации. А вот эта кнопочка здесь просто заглушечка включения камер. Короче, нету 3D камер здесь, только камера заднего вида.